Со времен сотворения мира неумолчно шумит мировой океан. В его безостановочном движении залог чистоты и здоровья для всех обитателей морей. Созданную за миллионы лет мудрость природы, люди используют меньше десятилетия. Аэробные бактерии, которые не могут жить в стоячей воде, теперь работают в индивидуальных очистных сооружениях и позволяют бытовым сточным водам становиться почти питьевыми. Раньше такие системы требовали постоянного электропитания и мониторинга аварийных ситуаций. Но технологический прогресс не стоит на месте. При разработке новой модели мы учли все недостатки очистных сооружений, представленных на российском и европейском рынке. За счет запатентованных конструктивных решений удалось уйти от переключающих элементов, датчиков уровня. Минимальный размер новой автономной системы биологической очистки для обслуживания 5 человек – чуть больше 2 холодильников. И стоит она примерно столько же. А электроэнергии потребляет приблизительно на 100 рублей в месяц. Сооружения большого объема справляются с очисткой коттеджных поселков, городов. Атмосферный воздух, принудительно подаваемый в систему, ускоряет природные процессы окисления в 1000 раз, в результате чего образуется прекрасное экологически чистое удобрение ил и вода для полива огорода. Крупный мусор удаляется проще, чем в стиральной машине. Эта конструкция лифта позволяет его без труда обслуживать и при необходимости очищать. То есть он легко, без соединения каких-то шлангов, вытаскивается, стряхивается и после этого устанавливается на место. То есть предельно упрощена процедура его обслуживания. Удаление ила также не представляет труда, достаточно просто снять заглушку и подставить ведро. Это единственная регулярная процедура обслуживания установки, которую нужно совершать дважды в год. Системе не грозят холода. Естественное тепловыделение позволяет оставлять ее без присмотра на долгое время. Уникальный японский насос Hiblow – самый проверенный из всех, что производится в мире. Установка справляется с перегрузками в 1,5 раза, например, если приехали гости. Система надежна и даже может общаться с хозяином по мобильному телефону. А при установке дополнительного насоса самоочищаться. Очистные сооружения биокси можно монтировать в любых видах грунта. В песках, полувунах, суглинках и даже болотистой местности. За один, ну максимум за 2 дня мы доставим, смонтируем и сдадим вам в эксплуатацию станцию биокси. И с этого момента вам больше никогда не придется вызывать осенизационную машину. В отличие от конкурентов, установка, можно сказать, живет почти самостоятельно. Вам не придется контролировать ее несколько месяцев, даже в холода. Естественное движение будет работать само, без вашего участия. При этом качество очистки сточных вод повысилось. Корпус вставлен. Все конструктивные элементы изготовлены из полипропилена ведущих европейских и японских производителей, что полностью исключает коррозию. Мы привыкли не задумываться, моя посуду, какой ущерб окружающей среде наносит еще одна грязная тарелка. Но, возможно, у человечества остался один путь к согласию с природой – автономное питание и очистка. Путь, который предлагает наша компания.